В Магарамкентском районе идет реконструкция мечети в селении Верхний Ярак, где родился и учился шейх Мухаммад Яракский. Инициатором воссоздания культурного памятника выступила община села. О проделанной работе и о дальнейших планах в сюжете Натальи Ханбабаевой. Мечеть в селении Верхний Ярак, достояние всей республики, находилась в плачевном состоянии. Еще в 2017 году на форуме, посвященном шейху Яракскому, объявили о решении воссоздать мечеть. Однако долгое время не получалось приступить к работе. Сначала помешала пандемия, а затем было необходимо подвести дорогу к местности. В марте мы сделали дорогу, в апреле мы начали уже очищать, ну, имеется в виду фундаменты, начали, ну, заниматься реставрацией мечети, восстанавливанием мечети. Но так, как мы видим, в процессе работы уже получилось, одну стену сохранили, много чего убрали уже, по тем же этим размерам мы поднимаем. Но это сном, это у нас это как была мечта односельчан, потомка Яракского. Как это получается, народная у нас мечеть мы поднимаем, восстанавливаем мечеть, она народная, все помогают. Изначально планировалось снять верхний слой саманной кладки с мечети, при этом оставив ее родной фундамент. Но он оказался недостаточно крепким и в процессе работы начал осыпаться. Стены пришлось разобрать, однако для возведения новых будет использоваться тот же материал, отметил имам села. 3 месяца старались сохранить эти стены. Наши специалисты подключались, приезжали. 3 месяца мы раскопками занимались. Это все покажем мы, на это то, что мы снимали в процесс работы. Но только одна стена, специалисты приехали, сказали, что оставляем одну стену. Остальное все убираем, все было, работа была ручная, все перебрали мечеть, по тем же размерам, на этом же месте, такую же мечеть восстанавливаем. Ничего современного, все будет по старину. Вот. Известная мечеть была построена отцом Магомеда Яракского. Там же находилась и медресе, в котором обучались основам ислама. Поэтому святыня имеет особую духовную ценность для верующих. Ну, восстановление этой мечети – это очень важно для нашего района, и не только района, для республики в целом, потому что шейх Мухаммад Яракский – это такой человек, известный не только у нас в стране, но и во всем мире. Поэтому восстановить его мечеть, мадраса, где он преподавал, где он сам начал изучать религию, учился у своего отца, думаю, это очень важно для всех нас, для мусульман, поэтому мы начали это строительство. И плюс к этому это еще история наша. Мы знаем, у кого нет, кто не знает свою историю, у них нет и будущего. До конца этого года мечеть приобретет свой новый облик, а для удобства и жителей села, и паломников асфальтируют дорогу Верхний Ярак. К тому же рядом с мечетью оборудуют площадку, чтобы проводить массовые мероприятия. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, новости ННТ, Магарамкентский район.